Ребят, всем привет, с вами Баш, и мы продолжаем играть в выживание, так можем, наверное, назвать его. Собственно, на чем мы с вами остановились? И, блин, смотрю, я кучу железа пропустил. Вообще очень безалаберно ходил здесь. Так, ну, в общем-то, нам осталось найти один алмазик. И, насколько я помню, мы в предыдущей серии нашли огромный каньон. Давайте отправимся туда. Я думаю, мы без проблем там найдем этот недостающий алмазик и сможем подняться наверх и заниматься уже какими-то житейскими делами. Вот. Пойдем. Пойдем поднимемся. В смысле, спустимся. И узнаем, что к чему. Вот лава так бурлит. Здорово. И играет тихо музыка. Я заметил то, что в моих наушниках звук как-то он объемнее и, в общем, интереснее звучит, чем то, что потом я выкладываю в YouTube. Как-то вот первоначальный источник звука как-то интересней, блин, прикольней, насыщеннее и, ну, в общем-то, не знаю, как это объяснить. Вероятнее всего, то ли из-за того, что у меня наушники воткнуты в микрофон и в нем встроен усилитель, из-за этого звук насыщеннее как-то, либо, я не знаю, уже сам YouTube как-то обрабатывает неправильно. В общем, понятия не имею. Но изначальный звук звучит более глубоко и слышно, большая слышимость, чем вот на самом видео. Вот. Зачем я вам это говорю вообще? Да просто, чтобы вы знали. А нам нужно найти алмазик. Какая у нас высота? 16-е. Но можно, в принципе, не выключать его. Здесь вот пошарится где-нибудь. И вон они уже, алмазики. Или что, это гравий? Ну, неважно. Я думаю, мы долго здесь не проходим. В скором времени начнем подниматься наверх уже. Так, что у нас по руде? Железо еще есть, куда ложить? Можно вот эту штучку выкинуть. Где она? Я видел ее. Вот эту можно выкинуть. И вот здесь какой-то гравий, кремень. И вот пособирать железо. Я не спорю, мы в любом случае потом еще будем спускаться в пещеры. Ой, что-то какое-то жесткое проседание FPS. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что-то, наверное, какие-то новые чанки генерировались или что-то в этом роде. Или крипы спавнились. Крипы, говорю, эти, зомби всякие. Ну, монстры. Крипы. Сначала поиграет в доту, а потом начинает. Крипы, не крипы. Не все же играют в доту и понимают, что к чему, да? Так. Водиться заставляет меня мучиться. Но наверх нам идти смысла нет. У нас 15-я высота сейчас. Если мы поднимемся, то там алмазов мы точно не найдем. Нужно копаться где-то здесь у лавы. Так что давайте покопаемся немножечко. Пособираем ресурсов. Ну, сами все видели, собственно. И раз я алмазы почти собрал, значит, уже надо подкрепиться. Немножечко побольше угля, железа набрать и, собственно, выбираться уже на поверхность. Так, как я сюда попал? Попал, ага. Ку-ку, вон оно что. Вот оно что. Продолжение. Ох, хорошо как, 14-я высота. Так, верстак я зря поставил, нечего ему здесь делать. И алмазы лучше убрать в инвентарь, чтобы случайно их каким-нибудь образом не выкинуть. То я знаю. Есть у меня такие замашки. Жать на все клавиши во время опасности. Всегда нравился этот звук разрушения блоков, такой четкий и увесистый, что ли. Ну, такой серьезный, в общем, звучок. Щелк, щелк такой прям. Ну, в принципе, факелаун тоже так же. А. Ну, то есть, вот так вот, да? Вот так и живем. Ну, ладно. Ах ты ж. Хитрая задница. Небось ждет, когда я подойду к лаве, чтобы меня напихать. Да хрен тебе. Не тут-то было. Затаился, подлец. О, зомби. Так, железку собираем. Че я копаю вообще?
Надо железо собрать, он какие-то коблстоуны роет. Так, 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 так. Там у нас где-то был вроде проход вниз, в другую сторону. Сюда, что ли? Ага. Что это за блоки? Надо будет погуглить, что ли, не знаю, вот эти какие-то... Не земля же, нифига. Понадобавляют. Наверняка из них можно что-нибудь сделать интересненькое. Или это просто как увеличение количества блоков сделано. Не знаю. Ладно. В принципе. Позже поинтересуюсь, если мне будет интересно. Ку-ку. Так, железка. Какие-то совершенно неинтересные проходы. Везде бурлит лава. Алмазов нету. Ресурсы. В принципе, угля можно всегда нарыть и на поверхности, так что особо увлекаться не буду. Пойдем отсюда. Так, так, так. 15-я высота. Что-то я уже блужу здесь. Так. Ага, вот мы и каньоны вернулись, да? Ну, куда здесь можно утопиться? Крипер там ненавязчиво стоит. Ну давайте поднимемся, ладно, может там спуск вниз будет. Хотя я сомневаюсь в этом. Да нет, скорее всего не будет. Ну ладно, давайте попробуем. Как-то надо хитренько. Как-то надо обмануть лаву, чтобы она... Ну, сразу стало. Так, я слышу зомбарей. Так. Очень небезопасное занятие. Какой-нибудь крипер подойдет в мою уютную комнатушку. И мне будет совсем здесь неуютно. А, нормально, там вода. Она не даст ему прохода. Так, начинается. Это зомби-человек, да? Их вроде, если яблоками накормить, то они становятся добрыми и прекрасными. Так, ну вон там я уже вижу шахты. В принципе, в них тоже было бы неплохо пошариться. Но явно не в моем, не в моей экипировке, так что убираемся отсюда нафиг. Нужно набрать один алмазик и... подниматься на поверхности. Наверное, придется старым методом копания туннелей добрать его. И вот так вот, собственно. Текс. Ну, там еще один зомби-человек. Притом, интеллект же повысили им, да? То есть они вон умные, такие все разумные. Ходят, в лаву не падают. Знают, что к чему. Ну давайте, знаете, где покопаемся? Вон, покопаемся вон в той пещере. Где она? Где? В какой пещере? Вон в той. Вот здесь вот продолжим копаться. Напротив лавы где-нибудь прям начнем. Вот 11-я высота. И вот туда прям пройдемся. Ну а потом просто лесенкой выберемся на поверхность. Да и все. Кирка-то есть, да? Здорово. Я, кстати, поменялся скин, я теперь енот. Я позже вам покажу. В общем, енотом будет прикольнее, чем то, что там было до этого. Долго искал, выбирал скин какой взять, и, короче, в итоге выбрал первопопавшийся. Ну как первопопавшийся? То есть вот я только открыл сайт со скинами, увидел там
енот, и такой, типа, ну, интересненько, возьмем на заметку. Вот, и дальше шарился, там, скинов 300 пересмотрел, и в итоге вернулся к этому еноту и взял, его скачал. И вообще не парился, и нормально. О! О! Ого-го! Ну разве не здорово? Тут по любасику можно что-нибудь откопать. Такс. Что-нибудь-то можно нибудь откопать? Много редстоуна. А другие полезные прикольные вещи? Пам-пам-пам-пам-пам. Ё-моё, как здесь здорово. Но почему-то алмазов нету. Ой, а вот там вот не здорово. Там на меня могут свалиться всякие дураки. Как бы нам это предохранить? Себя от опасности. Но они вроде бы не должны падать, конечно, но кто их знает, да? Как говорится. Лучше перестраховаться. 6 раз. Чё, алмазов я не увижу, что ли? Надо-то чуть-чуть. Какое-то продолжение есть, но не факт, что там есть то, что мне нужно. Так, ладненько. Да, что, в принципе, уходить отсюда? Прям... Да нет, надо, в принципе, пройтись, наверное. Ради интереса. Давайте, сходим. Глянем. Ну и, в принципе, все, да? Так. А там что у нас? Ну да. Ну ладно. Давайте здесь тогда продолжим. Продолжим. В принципе, если я найду сейчас больше одного алмаза, то... то можно будет кирку сделать алмазную и не париться. С другой стороны, конечно, это транжирство, то еще, но... даже не знаю. О. Вообще, я очень много ресурсов в виде того же коблстоуна просто выкидываю в никуда. Из него, по идее, там дом можно построить или еще что. А я так вот, типа, ну, слотов нету, значит, не будем подбирать. Что поделать? Плохо, что я еще ни одной сокровищницы не нашел. Вообще, вот интересно этот замшелый камень покопать. Сундуки порыскать. Так. Очередной выход куда-то. Ух, как много проходов здесь. Но, собственно, ходить по ним будем мы в следующей серии, потому что, как вы понимаете, серия подошла к концу. И Майнкрафт знает, когда заинтриговать. Хотя, чем здесь можно интриговать, если... я только в шахтах и сижу. Но, собственно,
так тоже бывает. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Баш. Всего доброго. Енот машет вам пока своей енотской лапой. Волосатый. Все, пока.